Количество мест в исправительных центрах для осужденных планируют увеличить в Дагестане до конца года. Об этом говорили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Ризвана Газимагомедова. Минпромторгом совместно с УФСИН и промышленными предприятиями ведется активная работа по созданию в регионе рабочих мест в исправительных центрах на базе предприятий и организаций. Предусмотрено создание в текущем году не менее 500 мест в исправительных центрах. В Кизилюрте функционирует изолированный участок на 100 рабочих мест при колонии поселения номер 8.